Того недюжинная версия знаменитого Гелендвагена Mercedes G63 AMG тем временем успела побывать в руках специалистов немецкого тюнинг-ателье IMSA и получила дополнительный заряд мощности. К вопросу прокачки швабского внедорожника в IMSA подошли основательно. Во-первых, мощность V-образной восьмерки, которая у стоковой версии выдает 544 лошадиные силы, благодаря установке новых выпускной системы, спортивных катализаторов и турбокомпрессоров, нарастили до 720 лошадиных сил. Во-вторых, G63 AMG тюнингаторы приодели в агрессивный обвес, разумеется, из карбона. Понадобились и расширители колесных арок, чтобы уместить 22-дюймовые кованые диски. В общем, такому Гелендвагену иные спорткары позавидуют.